4 октября в торжественной обстановке в стенах профессионального педагогического колледжа прошло посвящение первокурсников в студенты. На мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, руководство и педагогический коллектив колледжа, а также студенты. С приветственной речью от имени главы города Зайнудина Акмазова в адрес первокурсников обратился Бадыр Ахмедов. Хотелось бы вам пожелать помимо здоровья и упорства в этом деле. Дай Бог, чтобы в скором времени наши детишки называли вас наш первый учитель. Еще раз вам удачи, упорства, всех благ. Спасибо вам за то, что вы приняли для себя такое решение стать учителем. В этом учебном году в профессиональном педагогическом колледже будут обучаться более 250 студентов в составе 14 групп. Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом с участием старшекурсников. Для студентов первых курсов выступила заместитель директора по учебной работе Екатерина Шарунина, которая отметила, что от студентов требуется лишь свято чтить и приумножать традиции колледжа, познавать непознанное, проявляя инициативу и творчество. Я хочу вам пожелать, чтобы вы любили, уважали и с почтением относились к вашим педагогам. Вам предстоит проучиться в нашем колледже 4 года. И я хочу, чтобы эти года вы запомнили на всю жизнь. Я сама являюсь выпускницей педагогического колледжа, и я горжусь тем, что я являлась студенткой этого колледжа. В продолжении мероприятия первокурсников среднеспециального учебного заведения посвятили в полноправные студенты и выдали студенческие билеты. Заведующая школьным отделением Анжела Забитова отметила, что для учащихся колледжа этот день является новой ступенью в учебном периоде, пожелала дальнейших успехов в учебе и вручила старостам групп студенческие билеты. Я хочу вас поздравить с началом нового этапа в вашей жизни, когда вы вступаете во взрослую жизнь. И, конечно, я хочу вам пожелать, чтобы именно эта жизнь началась у вас на подъеме. Ведь, как говорят, лучше уж вырваться в начале, чтобы вам не пришлось догонять уже в конце. Это будет намного тяжелее. Так что я вам желаю проявлять трудолюбие, целеустремленность и, конечно, учиться, творить. И чтобы годы, проведенные, да, в стенах нашего уже общего колледжа, были самыми плодотворными в вашей жизни. Профессиональный педагогический колледж имени Зайналабида Батырмурзаева за время своего существования выпустил огромное количество студентов, которые на сегодняшний день стали достойными преподавателями в сфере образования. Ведь быть учителем – это большая ответственность, поскольку, обучая учеников, преподаватель закладывает фундамент всех будущих знаний человека, формирует его мировоззрение. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».